Их служба и опасна, и трудна. Они защищают страну и делают это с радостью, не требуя благодарности. Понимают приказы человека без слов и в опасных ситуациях не отступают. Свою работу они выполняют ответственно и добросовестно. Как щенки становятся собаками с большой буквы, узнаем прямо сейчас. Лапу первым подает, лапу первым подает, волю нервам не дает, волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Оу! И на кошек ноль внимания, вот это воспитание. Этого хвостатого новобранца зовут Рома. Ему 4 месяца, и можно с уверенностью сказать, что он идет по следам своих родителей, которые помогают кинологам искать наркотики и взрывчатку. Через год Рома станет настоящим специалистом кинологического центра внутренних войск, а пока его можно назвать школьником в собачьей форме обучения. Они как дети, всего боятся, боятся машин, боятся людей, чужих запахов, всего. Вот в таком возрасте мы их начинаем приучать. То есть и к машинам начинаем, к новым запахам. Куда-то выводим за пределы территории кинологического центра. Это и на ближайшие трассы, и к железным дорогам. Постепенно задания усложняют. По словам опытных кинологов, нужно определить специализацию пса. Кроме того, четвероногие абитуриенты должны иметь врожденную предрасположенность к играм. Здесь мячики и веревки называют апортировочным предметом, проще говоря, игрушками. А уже когда подрастет, уже гораздо позже, тогда уже происходит специализация. То есть одних на взрывчатку, других по поиску криминальных захоронений, третьи просто разыскные и так далее. Кинологи рассказывают, что даже сейчас невооруженным глазом видно, кого можно воспитать из собаки – сыщика или захватчика. Роме быть захватчиком. Щенок просто обожает играть с веревками. С удовольствием тянет тряпку или мой шарф. Также хорошо у него получится искать и задерживать преступников. Чтобы щенок стал суперсобакой, у него должно быть желание побеждать. Ведь все тренировки заключаются в игре, и только игривый щенок через пару лет сможет помогать спецслужбам. В импровизированный университет для собак попадают только лучшие из лучших друзей человека. Стойкость характера и уверенность в себе – это качество, которое необходимо хорошей служебной собаке. Также они должны быть недоверчивы к посторонним и уметь проявлять агрессию, чтобы дать отпор врагу. Еще пару минут назад я гладила Гермеса, и он по команде хозяина сидел смирно. Но стоило мне одеть специальный костюм, и я автоматически становлюсь преступником. Вот так вот! Откройте мне. Задержание прошло успешно. Гермес, молодец. Все, снимайте. Убегающему правонарушителю практически невозможно скрыться от собаки, когда она спущена с поводка и получила соответствующую команду. Собака будет преследовать, а затем удерживать правонарушителя до тех пор, пока не получит команду «отпустить». Такая собака должна не только идеально выполнять команды, но и при необходимости уметь самостоятельно принимать решения. Ведь на задании может произойти все, что угодно. Другая служба – разыскная. Эти собаки занимаются тонкой работой. И это связано с обнаружением запрещенных веществ, взрывчатки, оружия, наркотиков, различных химикатов. В руках у меня тротиловая шашка настоящая. Это 200 грамм чистого тротила. Мы учим собак искать, соответственно, взрывчатку в различных помещениях, транспортных средствах, багаже и на местности. Сейчас мы сделаем закладку данной тротиловой шашки в учебный макет автобуса, и наш кинолог с собакой попробует ее найти. Конечно, это не танец. Так хозяин привлекает собаку. Дразнит, чтобы по команде «Ищи» Оскар бросился на поиски очередной бомбы. Обратите внимание, что собака, найдя тротил, не издала ни одного звука. Обнаружив закладку, Оскар просто сел рядом. А умнички, хорошо, хорошо. Сейчас время высоких технологий, и во многих странах взрывчатку ищут не собаки, а роботы. Но специалисты говорят, что собачий нюх не заменить ничем. С такой работой в настоящий момент собаки справляются гораздо лучше, чем приборы.
Наиболее чувствительные собаки способны улавливать полграмма искомого вещества в тонне. А это псы особого назначения нашей таможни Глория и Алекс. Собаки-ищейки должны быть трудолюбивыми и спокойными, поэтому в паре работают лабрадор и спаниель. Первоначально собака ищет не сам наркотик, собака ищет сам мячик. Так как первоначально тренировки были на игрушке, у нее просто характерно, значит, идет ассоциация. Значит, если она находит наркотик, значит, отсюда вылетает мячик. Этих собак учат только искать. Они не должны быть агрессивными, а наоборот. Служебным собакам приходится постоянно быть в окружении большого количества людей. И в основном без поводка, чтобы иметь доступ к тщательному изучению местности. На ежедневных занятиях хозяин делает закладку, чтобы тренировать собаку. Сейчас и мы попробуем спрятать наркотики. Прячем вот сюда вот. Тихонечко, чтобы не было видно. Так. Собака-детектор за считанные минуты способна произвести эффективный поиск взрывчатки как на обширных территориях, так и на труднодоступных объектах, абсолютно непроходимых для техники. На детальный обыск автомобиля собака тратит в среднем не более 5 минут. Профессионально обученный пес находит взрывчатые вещества в любых условиях. Ей не помеха резкие запахи резины и моторного масла. Она способна ловить нужный запах сквозь толщину металла и кожную обшивку салона. Даже если подержать наркотик в руках, собаки найдут этого человека из тысячной толпы. Но специалисты уверяют, что собака не может работать одна. Хозяин должен пристально следить за работой четвероногого, ведь даже небольшое сомнение пса может означать, что здесь могли быть наркотики. Но и дальше что? Выдавил. Молодец. Где-то собака подсказывает человеку, где-то человек собаке. Работаем в связке. Вот эти вот наши, скажем так, сухим языком технические средства таможенного контроля, ну, естественно, мы не можем так сказать, это друзья наши. Что должен уметь кинолог? Первое – это терпение, второе – это терпение, третье – это терпение, и четвертое – это спокойный характер. Опытные кинологи рассказывают, что обучение – это кропотливая и ежедневная работа на протяжении всей службы. Разумеется, по-прежнему востребована способность находить преступника по следу. Разыскная служба – одна из самых высших категорий работы служебных собак. Ищейки применяются для задержания, охраны нарушителей, обыска местности и помещений для обнаружения человека и его предметов, а также для опознания искомого человека по его запаху. Самые чуткие нюхачи могут взять след, оставленный 4 суток назад, и идти, не теряя следа, 150 километров. У служебной собаки-ищейки должна быть сильная нервная система. Именно у немецких овчарок специализированная предрасположенность к подобной службе. В этом вопросе настоящий специалист – овчарка Борис. Это очень хороший помощник и по следовой работе, и по тем же самым задержаниям. 4 служебные собаки я воспитал, вот это вот 4-я служебная. И все 4 себя зарекомендовали только с отличной стороны, с положительной. Они когда поощрялись, как член семьи обыкновенной получается. У него там свое место есть, на диванчике спит у нас. В принципе, то же самое, как полноценный член семьи. Все. А понимает ли он то, что когда он приходит на работу, то что он уже на службе? Да, это вот то, что это уже понимает. Уже только видит, что одеваю форму, сразу начинает уже принимать такой серьезный вид уже. Становится уже настраивается на работу, то есть на ночные смены, на дежурство настраивается, уже знает. Какая машина уже знает у него своя. Александр не единственный милиционер, который повторно берет себе ушастого напарника. Говорят, без них никак. Не каждая собака может войти в розыскную службу. К будущей ищейке очень высокие требования. Острое зрение, развитое на высоком уровне обоняние, отличный слух, выносливость и физическая развитость. Но собака-компаньон не появляется в одночасье. Друга еще надо воспитать и создать ему условия для долгой, счастливой жизни и работы. А это лабрадор Брайт. Он тоже умеет искать по следу и легко выберет из толпы нужного человека по запаху. Нас уверили, что у пса Брайта исключительный нюх. Сейчас мы это и проверим. Я дам свою перчатку, и будет она меня искать среди незнакомых людей. Держите.
Естественно, нас не стали обманывать. Меня нашли очень быстро. Хорошо, хорошо. Бери, бери, бери. Хорошо, молодец. Хорошо. Нашла. Не обманули. Удивительно, но лабрадору Брайту понадобилась одна попытка, чтобы меня найти. Так что нас не обманули. Собака – настоящая ищейка. Закончились лучшие гонки. Муха молодец. Первый. Мы его взяли. Ценным сотрудником может быть не только человек, но и животное. И кроме того, этот хвостатый солдат еще и лучший друг человека. Кинолог обязан любить собак, иначе он никогда не состоится как профессионал. Те, кто грубо относится к животным, отстраняют от работы с ними. Служебная собака всегда работает с одним и тем же кинологом, потому что доверяет только тому, кому привыкла и кого считает хозяином. А слаженность и доверие в работе крайне важна. Четвероногий военный служит от 8 до 10 лет, а затем уходит на пенсию. Нередко сотрудники забирают своих питомцев домой, поскольку просто не могут расстаться с верными друзьями. Полезных ролей у собак не счесть. Милицейские собаки, которые разыскивают наркотики, собаки-поводыри, собаки-разведчики. Но самое главное, собачья служба – это просто быть рядом с человеком.